Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Продолжаем большую тему «Пробуждение человечества, энергетическое взаимодействие желаний человека с его тонкими телами». Отец Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим об энергетическом взаимодействии ваших желаний с вашими тонкими телами. Поскольку все, что происходит с вами в физическом мире, является проекцией того, что сформировалось в начале на тонком плане, очень важно сознавать механизм взаимодействия всех составляющих этого процесса. Его можно сравнить с тем, как плетется тонкое кружево. Энергетические нити постепенно создают нужный рисунок, проекцию вашего желания, которая получает постоянную энергетическую подпитку от каждого из ваших тонких тел. Так, эмоциональное тело придает ему яркие краски и объем, ментальное продумывает пути его реализации, каузальное несет в себе творческий аспект и соединяет в единое целое два предыдущих. Будхическое и атмическое тела призывают на помощь ваши божественные аспекты для проверки этого желания на целесообразность, на соответствие желаниям вашей души. И пока плетется это кружево на тонком плане, очень важно не позволять чужеродным энергиям вмешиваться в эту сакральную работу, дабы не нарушать рисунок вашего желания. Наверняка каждый из вас может вспомнить не один случай из своей жизни, когда вы искренне делились своими мечтами с другими людьми, даже самыми близкими, после чего все ваши мечты рассыпались в прах. А ведь именно вторжение чужеродных энергий и было причиной ваших неудач. Поскольку каждый человек несет в себе свои программы, свое видение мира, свое мнение и свое суждение по каждому вопросу. А когда вы рассказываете ему о своих планах, даже самый доброжелательный человек невольно вносит в них свои коррективы в виде присущих ему мыслей и эмоций, которые могут разительно отличаться от ваших. И в этот момент на тонком плане начинается энергетическое противостояние. В результате ваше желание, которое уже сформировалось на уровне ваших тонких тел, может не выдержать атаки чужеродных энергий, и ниточки вашего кружева порвутся, что на физическом плане проявится в виде неожиданных препятствий на пути исполнения желания. Если же человек, с которым вы поделились своими планами, обладает сильной энергетикой и к тому же критически, а может быть и враждебно, относится к вашим мечтам, то он способен полностью их разрушить. Поэтому, родные мои, никогда не делитесь сокровенным с окружающими, пока вы живете в трехмерном мире, где мало кто задумывается о том, насколько хрупок ваш мир и какую большую роль играют в нем энергии, которые могут как помочь человеку, так и нанести ему непоправимый вред. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Энергетическое взаимодействие желаний человека с его тонкими телами».